мы об этом говорим уже второй год. На Капустином Яре я дважды был. Из-за этих запусков там у нас... Вот эти все запуски, они проходят на гептиловом топливе, прежде всего, нужно отметить. Гептил в 6 раз вреднее цианида. Поэтому в тех аулах, которые у нас прилегают к Капустиному Яру, это вот бывшая Букеевская Орда. Вот Букей у нас, хан Букей, так любил у нас он Россию. Предан был. Его сын Джангир такой же преданный был России. Я был в этом музее, там эта грамота висит. За покорение, за завоевание непокорных киргизов там, от Александра Джангирхану. Все его дети, внуки казачками стали, там в погонах этих сидят. И вот сегодня его земля, вот на его земле, просто идет отравление, отравлено вот этим гептилом. Там рождаются вот эти наши дети-инвалиды от этого гептила. Вот империи российской уже давно нет, Советского Союза давно нет. А мы все вот в таком колониальном режиме находимся, экологическом. Все вот эти полигоны травят нашу землю. Значит, вот по территории, как Польша они, если все суммировать, да. Платят они нам символическую цену копейки. Да эти деньги пусть они себе в одно место засунут, если честно говоря. Потому что идет отравление тут Тайсуганас Гыр в Атарауской области. Капустин Яр в Урале, значит. Из Оренбурга падают ракеты в Синек. Это Мангыстауская область, да. Актюбинская область, тут Эмба. Значит, Сары-Шаган возле большого Балхаша, да, Сары-Узек вот здесь неподалеку от Алматы. Вот это вот, ну, Байконур, само собой, сами знаете. Вот когда мы от этого колониального прошлого уйдем, это же наше колониальное, такое настоящее колониальное прошлое. Вот говорят некоторые, что антироссийскую позицию мы занимаем. А как тут не говорить об этом? Как тут не говорить, это же чьи, это чьи полигоны? Кто не закрывает эти полигоны? Наша власть виновата, что она не требует, однозначно. Давным-давно надо было на первом же году независимости вопрос ставить и закрывать эти полигоны.